Кстати, я тоже немало алмазов нашел. Круто. Знаешь, потом ты такой алмазы добываешь, а потом такие говорят, типа, о, откуда у него 48 алмазов? Он же этот... Да, я видел. начитерил? О, нет, ну, по-моему, я записывал в прошлый раз, как я алмаз нашел. Да, там был коммент, типа, ты что, дурак, посмотри предыдущую серию. Да, что-то кидало какой-то вообще. И всем привет, дорогие друзья, с вами Лагерь и Ковальский, и мы продолжаем снимать наш летсплей. И сейчас, как всегда, уже, наверное, по традиции, отвечу на ваши вопросики. Да, лайков достаточно не набралось пока что, но сборочку я вам оставляю, так что чекайте описание под видео, и там будет ссылка на сборку. И второй, самый интересующий вопрос. Ты кто? Да, вот ты. Я Ковальский. Вот, да, это брат. И слушайте, если вам так интересно, как и что он выглядит, то давайте за определенное количество лайков я сделаю с ним фотку и выложу в Инстаграм. Как тебе такая 5 тысяч идея? лайков, 25 тысяч, Ой, что-то ты загнул, двадцать конечно. пять. Нет, ты загнул. Ты не настолько красивый, чтобы столько лайков выпрашивать. Но в любом случае, если будет 15 тысяч, то я сделаю фотку и в следующей серии скину ссылку на Инстаграм, где будет эта фотография, и вы сможете его увидеть, так сказать. Ну а остановились мы на том, что мы сделали наконец-то генератор. Господи, да. Мы сделали генератор. И я, пожалуй, сделаю для него отдельную комнату. Вот настолько все классно. Ты давай этот заново, короче, говори, потому что ты пропадал. Что взорвалось? Твою мать. Твою же мать. Господи, я сейчас посмотрю в окно. Моя ферма, ты понимаешь? Ты понимаешь? Моя ферма. Ты Ты... понимаешь мой дом? Да вообще похер на твой дом, моя ферма. А ну чини мою ферму, быстро я тебе сказал. Быстро. Чини мою. Кстати, да, мы вне серии побывали в шахтах. Да. Ой, я заболел, оказывается, прикинь, короче. Ой, только что сам узнал об этом. Вот. И сейчас мы эти все руды все поплавим, попереплавим, все поделаем, и все будет вообще офигенно. Для начала я себе сделаю много сундуков. Мне нужны сундуки. Да, у меня их много, и в принципе. А еще я хочу вас попросить, чтобы вы подписывались на мой канал, конечно. Там Ой, будут ой. все видео, короче, с лагером Кому ты нужен? Господи, боже мой, ты и посмотри на ссылка, короче, него. в описании. Делает себя важным. Ладно, ссылку на него я оставлю в описании, без проблем. Но сейчас я займусь своим домом. Мне надо новая комнатка для мода нашего. Господи, Industrial Craft. А я, в принципе, сделаю пока что экстрактор для Как мне тебя. ступеньку сделать? Слушай. Вообще не знаю. Слишком сложно. Наверное, вот так вот. Да, А ты наверное. что, с гивей листву, что ли, не сбил? Нет, еще нет, я еще не успел. Печально. Я могу Так. серпом все сбить вообще в один раз, но Давай, нет. давай, давай, давай. У тебя есть серп? Нет, нет. Серпа у меня нет. Поэтому я не могу ее сбить, понял, да? Да. Но она сама сейчас должна исчезнуть, кроме верхушки, насколько я помню. Логика. Нет. Ничего не исчезнет, пока есть ствол. О, саженец, блин. У Какой тебя ствол? саженец выпал, Гивей? Это Да. отлично. Что это за порошочек ты выкинул? Не Кварцевая знаю. пыль. А, это кварцевая пыль. Она там нужна. Ой, слушай, мне тоже выпал росток. Так, у меня 5 латекса. О, мне выпало два ростка с одного Так, этого. подожди, а я могу его сразу С одной вырастить? листвы. Так, подожди, у меня есть костная пыль. Я смогу вырастить его сразу? Ой, слушай, вырос. Да, тут еще старая версия, короче, все вырастает с одного клика. Все ясно. Ну, нормально в любом случае. Я Так. что-то за много пыли себе сделал. А вот латекс. А, не достаю до латекса. У тебя А, есть нет. краник? Да. Нифига ты крутой. Вот латекс и вот латекс. Сейчас, в принципе, сделаем экстрактор. Трактор. И будет все, в принципе, хорошо. Так, господи, мы занимаемся какой-то хиней. Зачем сбивать листву, если и так она и растет? Так, ладно, все, я уже ростков всех гивей понасобирал, что, дай боже. Остается только сбегать, сбивать этот латекс.
краником. Кстати, да, еще я видел в комментариях под видео, что писали люди, что Что у тебя если маленький писюн? нет, В то что, смысле нет? Я там сам так написал, что-то не прочитал или что-то я не понял. короче, если взять кокос И поставить все, разрубить и мечом. побить его мечом, то выпадет, да, Ну, там кокосовый этот... чанг. Да, и из этого делается пиноколада, если что. Пиноколада, Чтобы попасть в пиноколада. другой мир. А, ну это я знаю. Так, ты не починил мой этот, слышишь? Алло. Я починил. Женщина, мой огород. Чини давай все. Так, мне не нравится моя шапка. Тяпкой давай делай, слышь, алло. Я этот, я зол. Слышь, у меня вообще три головы. Да, это я видел такую шапку, если ты про визора. Да. Этого. Такс, такс, Исушителя. такс, 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 да, вот, иссушитель. Так, погоди, ты меня сбил. Я собирался сделать целую комнату, короче, под мод, а ты мне этот, ты мне мешаешь. А, кстати, ты заметил, что попала ракета? Что Пушка. пропало, да, я знаю. Я специально так сделал. Блин. Она была красивая. Нет. Нет. Лагерь ответ. Да. Так, слушай, погоди, у меня ступеньки этот что-то выеживаются. Так, что-то Они что, ежики? сложное, да, какое-то сложное строительство у меня пошло. Мне даже хочется на это посмотреть. А что? Что это за путь в никуда? Отойди, вот это будет моя новая комната. Смотрел Симпсонов, где типа лестница в никуда. Да, по-моему, смотрел. Я очень много серий Симпсонов смотрел. Ой, настолько много, что прям вообще бесконечность. Так, теперь мне нужна медь. У тебя есть медь? Я накопал только 5 штук. Медь? Да. Медь нет. Печально. Ну, что поделать? Ты Ты был в большой пещере, мог, наверное, накопать как-нибудь, я не знаю. вообще не подумал про медь? Ну, что поделать? Ну, ниц. Ниц не бенджем и робич с тем. Цо... Алейше можешь цоч зробич, чем мне. Зробить экстрактор. Экстрактор. Ну, попробуй сделать, и может у тебя получится его сделать. Так, а я тут хочу сделать какой-нибудь прикольненький переходик, типа стеклянного, наверное. Но еще не знаю. Давайте посмотрим, что с этим сделать можно. Ты бы видел, что сейчас произошло? Что могло произойти? Я, короче, паркурил по твоему дому, упал возле воды, но не разбился. Немножко повезло. Ну да. Немножко Почему ты не повезло. собираешь свою ферму? Она уже давно, давно выросла. Ну, потому что ты мне ее сломал. Не до конца же. А, слышь, я Я вижу собрал этого... Мандрагора. Этот, из Гарри Поттера это... Да. Пытайся убить ее. Ты ее не убил, в курсе, да? Да. Ты в Вот курсе, она. что она убежала? Она ж писклявой должна быть, по идее. Ну да, просто у тебя, скорее всего, звуки выключены. Ну да. Что это вечери мне все больше и больше напоминает Гарри Поттера. Не, ну да, на самом деле прикольный мод. Но пока так, слушай, генератор надо, наверное, побольше комнатку. Чё по идее? У меня еды очень мало, поэтому надо сделать из Food Plus такой верстачок с едой. И Так там, делай. короче, рис вообще на изи делать. У меня есть 8 лиса. Нет, возьми тяпку, потяпай огород, посади много риса, он вырастет, и тогда можно будет делать. Так, почему тебя отрывками слышно? Я не знаю, это не я. Я тебя слышу, нормасик. Относительно. Не считая твоего убогого голоса, а так все нормально. Да, бывает. Я впервые за всю жизнь сделал алмазную мотыгу. Я все время делал там деревянную, Ой, что, много каменную. алмазов или что, я не понял. А, 1,5 стака, больше, чем у тебя. Ой, Так, подумаешь. я беру рис и полностью его сажаю. Где-то моя костная мука.
Можешь пока все полностью рисом засадить и будем кушать нормально. А потом я еще отдельную комнатку для вечери сделаю. Фига, у тебя большие Да? планы. Да? Почему нет? Так. Блин, а рис-то растет не с первого раза. Как в старых версиях. О, слышь, так рис можно и сырым есть. Плохая идея, Фу, ты конечно. что, дурак что ли? Кто сырой рис ест? Не знаю, бомжи. Ну да. С девятого Прям подъезда. ты. Не с девятого подъезда. Я с первого. Нет. Я знаю, где ты живешь, и ты с девятого. Свой адрес. Лох. Нет. Ты уходи, ты не со мной живешь. Окей. Сейчас будет кое-что классное. Я забыла редстоун. Такс. Такс, я думаю так. Пошли Угадайте, мне это. подарок сделаю. Нифига себе ты добрый. Ты любишь этот опыт? А, это ты про свой кусочек этого. Ты опыта, который я нашел в шахте. И что с ним теперь делать? Они теперь растут, и когда вырастут, Так будут не тут давать же плоды. ежики, слышишь? Убирай их отсюда. Так сломай и поставь, когда захочешь. А, Можно их ну, ломать рукой. все, я понял, не сломались. Так, давай-ка я для начала поставлю генератор. Так, я тебе уже даже кое-что сейчас принесу из мода. Так, все, я, короче, начал энергией наполнять генератор. А что мы с этой энергией можем в теории сейчас сделать? По-моему, ничего. Сейчас покажу. Сейчас я уже почти доделал то, что я хочу тебе подарить. По-моему, ничего мы сейчас с ним не сможем сделать. Вот сейчас на данный момент можем. На то, как тебе прийти. Смотри, где твой генератор? Вот он. Так, энергия есть. Ставим Ставлю сюда. экстрактор. Ой, слушай, ты бы мог сделать какой-нибудь дробитель для начала, я не знаю. Для начала нужно сделать так, чтобы у нас было много резины. Да ладно, резина у меня сейчас вообще валом, по-моему. Давай я попытаюсь сделать дробитель в этой серии еще. Как он делается? Битель. Дробитель. Так, мне нужен кремень, базовый корпус механизма и электросхема. Пожалуй, я займусь электросхемой. Я сделаю базовый корпус. Так, мне нужно вот так вот и вот так вот. Боже, снова не сработал. Что не сработал? Я тебе говорил, что упал возле воды и А, не сдох. да, ну, Он не сработал. что поделать? Такс, что по электросхеме? Так, мне нужны медные провода. Изолированный медный провод. О, господи, надо много медных проводов, слушай. В принципе, проблем нет, только медь проблема. Да, медь не проблема. Так. Сейчас я питомца заведу. Смысле, динозаврика? Это не совсем динозаврик, это только кости динозавра. Там А, ну можно что-то делать рано. анализатор. Нет, и на что-то там, или анализатор все-таки. А, да, анализатор. Так, электросхема железная. Ага, то есть в теории я уже могу его сделать. Так и так. Отлично. Анализатор готов. Так, эту кость собираем и сюда Я ложим. схему сделал. Пожалуйста, пожалуйста, ДНК, давай, ДНК. Что ты там уже мутишь, слышишь? Мы тут техникой занимаемся, а не этим. Я динозавра вывожу. Блин. Чё такое? Мне нафиг послали. Ну, ты пытался, наверное. Так, слушай, что дальше нужно для дробителя? У тебя есть кремний? Да, но нет. Да, но нет. Окей, я пойду в ту шахту, мою любимую, за кремнием. Так, ты сделал этот базовый корпус или нет? Я сделал. Базовый корпус механизма. Так, кремень, кремень. У меня есть, знаешь что? Неочищенный кремний. Я не знаю, что с ним. Ой, господи. Чищенный для Галактикрафта нужен. Да, я, пожалуй, положу его в этот. Да. Положу его в сундук. Так, надо создать отдельный сундучок для этих. Для. Господи, Скрафта? Рут.
Ага, окей. для руд. Так, надо замутить. Если что, шахту, в которой я копал, как вы видите, тут очень много ресурсов. Так, слушай, а как потом я забыл, как сундуки этот апгрейдить? Просто облаживаешь их материалом, до которого апгрейдишь. Я нашел этот станцию пожертвований из сырой свинины. Да. Перекрестись. Прикинь, там можно сделать свинку. По. Отлично, да? Так, я нашел. О, господи, тут, короче, сундуки эти сложно как-то делаются. Сложно, невозможно. Так, что у тебя по этому, слышишь? По По кремнию. кремнию, да. У меня, кстати, Та штука. Я господи, сейчас гравий копаю. у меня экстрактор и генератор, короче, превратились в какие-то странные, очень странные текстурки, и теперь они просвечиваются. Фу, господи, продолжай. У меня Майнкрафт. три. Майнкрафт, ты такой классный. Ты столько багов мир ударишь. Так. Логер. Ой, я поставил, нифига себе, спортсмен. Я там, короче, блок поставил так, что вообще было невозможно поставить. Но я поставил. У тебя есть медь? Тише. Есть. Медь есть? Есть. А электросхема? Есть. Давай, кидай сюда. Так, на тебе электросхему сочини. Ты умер. Как так? Зачем? Полсердечка. Ай-яй-яй-яй-яй. О, кто это сделал? О, кто это сделал? Так, пожалуй-ка я приготовлю себе немножко еды. Да. Так, что у тебя там? Иди У ставь. И походу, меня как я драматит. понял, уже надо будет проводом соединять, да? Если поставить наверх. А, ну Не, не, да. не наверх, ставь сюда, вот так вот ставь, да? И смотри, медный провод же должен выдержать. Да. Он все выдержит. А О, теперь господи, сюда как это странно пишкаешь. выглядит, ты не представляешь. О, господи, у меня это все в текстурках настолько стрёмно выглядит. Сюда теперь, по-моему, всю руду можно сувать, она будет этот, дробиться. Да. Ты положил медную руду, она у меня выглядит как три кусочка. Господи, это так странно. Надо будет это починить. Чувак, ты наркоман. Нет, просто тут реально так выглядит стрёмно это все. Ну, что опять взорвалось? Твою ж мать, сколько ж можно? Это мой дом. Снова. Фу, хорошо, что не моя ферма. Кстати, я кое-что интересное нашел. Я сейчас кое-что интересное сделаю и не покажу тебе что. Тебе подарок снова. Ой, Сколько я тебе слушай, уже ты что-то подарков меня дарил? любишь в этой серии, как-то очень Три. засильно даже. Смотри. Это ты. Ой, это картина, слушай, красивая, чё? She's archaeology. Ну, тут тащит этот какой-то камень, рабы, лол. Ну, слушай, забавный интерьерчик такой, мне нравится. Так, так зачем мне столько сундуков? А чё? Стой, подожди, все работает, не все нормально. А, не, стой, ненормально. Черт, это так не работает. Ну да ладно. Кстати, хочешь посмотреть, у тебя выросли те кусты? Какие? Нет, я их не садил, погоди. Вот как выглядят их плоды. Это опыт, да? Это плод. И что мне с ними делать? Это правый ПКМ. Тут написано на вкус как крипер. Че, дурак? Нет, так и написано. Ну, было, по крайней мере. Этот, на, посади их где-нибудь посади возле этого. Возле дома, чтобы красиво было. Так, у нас генератор и уголь заканчивается. Слушай, нам нужна какая-нибудь постоянная энергия. Это солнечная панель. Да, солнечная панель нам нужна, скорее всего. Так, сюда я буду ложить переработанные наши материалы. Сюда буду класть непереработанные. Вот так вот. Какой я крутой, вообще опасный. И опаснее, опаснее опасного. Так, надо заняться немножко кухонькой, на самом деле, потому что все очень плохо без Сейчас я еды. сейчас сделаю печку. В смысле печку? Неважно. Ты умеешь сделать печку? Неважно. Нифига ты крутой, слушай. Неважно. Себя это не должно смущать. Не, меня вообще не смущает. Ну и славненько. Я выпал с дома. Черт. Бывает же такое.
Так. Люди с дома выпадают. Ну чё, Подожди, с каждым что-то бывало. тут не так. Где мой мандруп? Такс. Ага. Мне нужна глина. Ой, сочувствую. Сочувствуешь тому, кто живет возле воды? Да. Я застрял, твою ж мать. Вот и славненько. Ай-яй-яй-яй, все, отстрял. О, тут рыбы. Да, там плавают Это не рыбы. рыбы, это не рыбы, это какие-то кальмары. Ну, почти рыбы. Чувак, это ты? Нет, это зомби. О, сколько у тебя шляп? Шляп? Ой, Да. немного, всего одна страничка. У меня 2,5, по-моему. Ой, нифига ты боевой такой. А я, короче, строю кораблик и уезжаю, понял? Ага. Только я Все. тебе подарок еще сейчас приготовлю. Нет, все, я уже сел в лодку и сорян. А, ну окей, ну окей. Я уже уплыл. Черт, черт, мне нужен серп. Серп можно сделать, да. Слушай, я плыву, и тут, по-моему, речка, она, короче, бесконечная. Ну, в смысле, никуда не упирается, и можно плыть Найс. бесконечно. Отлично, дела идут отлично, ты не представляешь. Так, так, Я там так, 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 комментарии так. почитал. Там не проплыть. А, поворачивай, лодка, дурак! Стой! 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 У меня лодка дурак. Так. Лодка дурак, да. Если бы еще знать, с каким шансом это все падает. Так, тише, я плыву навстречу приключениям. Стой, да Хитрый. поворачивай, лодка, дурак. Лодка вообще какая-то дурная, я тебе отвечаю. Черт. Шо? Слушай, О, новая тут шляпа. есть какая-нибудь альтернативная лодка, потому что это какая-то глупенькая. Нет. Такс, я нашел что-то странное. Что-то очень непонятно. Затвердевшую землю я нашел, прикинь. Целый биом затвердевшей земли. Ой, как классно-то, господи, боже мой. Тебе будет классно, наверное, в следующей серии. А что ты А, там нет, сделаешь? нет, нет. Или это нет, или это да. Ты какой-то Это... неопределенный. Что происходит, парень? Важно. Голубое дерево. Как Отлично. ты? Нет, просто дерево голубое. Все, перестань, господи. У тебя глаза голубые, что? Дальше что? Зеленые. Нет, у тебя голубые. Зеленые глаза, Голубые Ты меня глаза. обижаешь. Голубые. Все, я буду тобой. У меня еда закончилась, черт. Ладно, соберу Жена этот давно куст и пойду закончилась. домой. Я сейчас от голода сдохну. Нет, не сдохнешь. У тебя всегда будет оставаться полсердечка. О, я поела raw meat. Сырое мясо? Да. А ты опасный. Так, а я тогда поем ягод. Где этот дуб? Два гивеи, что? А, это гивеи из другого мода. Нифига себе, ягоды быстро едятся. Вообще так быстро. Чувак, почему я не могу найти этот дуб? Какой дуб? Ну, Тебе хороший достаточно в дуб. зеркало посмотреться, и будет там тебе твой дуб. Я понимаю, что я стойкий как дуб, но я не дуб. Нет, ты тупой как дуб. А, Господи, какая дуб! шутка. Дубовая роща! Так у меня тут, я тоже рядом с дубами хожу. А нет, это ель, сорян. Обманул. И это тоже не дуб. Знаешь, у курочек очень много шляп. Курочек? Курочек. Нам надо, кстати, как-то курочек домой принести. Там есть какие-то такие, знаешь, вещи для переноса животных. Ива. Буная Ива. Я нашел ведьмин колодец. Я не могу найти дуб. Так, кварцевый кристалл. Ну ладно. Пес, тут столько растений, что я уже дофигищу пробежал и ни одного дуба. Так, господи, тебе простой дуб из простого Майнкрафта нужен, и все? Так это ж несложно, наверное. Я тоже так думал. Тут дерево горит. Я нашел чувака из сена.
Господи, это дерево горит. Прикинь, Чувак, такой хаос. у нас не будет больше проблем с едой. Я снова нашел этого чувака из Ну, сена. собирай его. Поможет на пару, ближайшие пару серий. А я пока ягодками Это покатаюсь. дуб? Да, это дуб. О, господи, зачем тебе так дуб? Успокойся, это обычный Майнкрафт. И представляю, тут столько... У-у-у, чувак. Он даже не редкий. А, попробуй его поищи, и ты поймешь, что он редкий. Ой, да ладно тебе, успокойся. Тут всего лишь несколько десятков различных деревьев. Да, я вот в саванне бегаю. Кактус не могу найти. Ты можешь найти кактус? Кактус, я знаю, что для Flans мода там можно будет много брони делать, которая Вот вообще я, кстати, дуб нашел. бесполезная. Тебе Я тоже собрать или уже, нет? я уже давно нашел дуб. А он, кстати, не работает с трикопитатором почему-то. Или это мой топор? Нет, мой топор работает с трикопитатором. Это дуб не работает с трикопитатором, прикинь. А может, это не дуб? Это дуб, так и написано дуб. Новая листва должна быть. Блин, ты еще не догадался, что я хочу сделать? Нет, до сих пор нет, а что? Ты, может, мне намекнешь, подскажешь там, я не знаю, подмигнешь там. Мне нужно, чтобы попасть домой. Так. Ну, дуб Майнкрафт, господи, он не работает с трикопитатором, замечательно. Сейчас я попробую своим топором. Может, он не работает с моим У топором? меня именно с твоим не работает. Хочешь шляпу Крипера? У меня такая есть. Нет, я, пожалуй, этот. Я, Ну, пожалуй, уже хорошо, домой будет пойду. Я повторно. что-то загулял от мира далеко. Да, давай, давай, давай. Ты лайер. Ты дурак? Давай быстрее домой иди. Каким образом? Умри. Так, лагерь фит. Давай быстрее умирай. Телепортируй, давай. Сам Все? телепортируйся, Все, отлично, задолбал. отлично. И я пошел, я пошел. Мне надо кое-что сделать. Иди. Так, а я пока что-нибудь затвердевшая земля. Зачем мне кусок затвердевшей земли, Лагерю господи? не пишите, что я хочу сделать. Пишите обязательно. Там тебя спали с потрохами вообще. Так, слушай, чё по углю? Ничего. Можно туда, кстати, дерево пхать. У нас его, как ты знаешь, полно. У меня саженцы туда можно пихать, я саженцы туда запихаю. Пусть на саженцах работает, чё нет-то. Ой, господи, как саженцы быстро горят, ясно, извините. Что ты там молишься? Ничего тебе не получится, успокойся. Давай же, давай. Видимо, процент реально маленький. Чё ж ты там пытаешься сделать-то? Упс. Ты Уронил. что-то уронил. Ладно, окей, думаю, на этом пора У тебя закончить. есть белладонна? А, нет, семена белладонны надо выбивать. Я подозреваю, что ты делаешь куклу Вуду. А, окей, дамы и господа, я думаю, мы на этом мы закончим. И я пойду гляну на его котелок из мода Вичери, потому что мне он нужен. Тоже будет в будущем, поэтому я пойду посмотрю на него и закончу серию. Так, где котелок? Котелок. Там он Ты о пыхтит, чем? если что. Ты Вот, пере... ведьмина печь. У тебя Отлично. выпал... Что, тебе выдох демона выпал? Да. Окей. Я думал, ты сломал. Ты шо, я просто этот... Стой, не заканчивай эту серию пока что. Все, уже пора. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пора. Подожди, подожди. А, так, подожди. Пора. Ну, подожди. Мне нужен этот глаз. Черт! Ну ладно, давай заканчивать в следующей серии. В следующей серии уже займешься куклой Вуду. Кстати, там куклы Вуду можно делать на защиту инструментов, на защиту там от Так, падений. у меня есть белладонна на самом-то деле. У меня гивея прозрачная, прикинь. Я бежал и ударился в гивею. А я лагерь. О, господи. У меня прозрачная гивея. Ну ладно, все, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Чтобы увидеть мелкого, там ставьте лайки. И чтобы не пропустить следующие серии, подписывайтесь на канал. Так что всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.